Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас опять приветствовать. И сегодня у нас с вами заключительная встреча. И в заключение мы поговорим про очень интересную часть линейки продуктов для здоровья. Это ортопедические товары. И сегодня еще я вам расскажу про новинки, которые у нас появились и появятся в ближайшем каталоге, также в линейке для здоровья. И начинаем мы, конечно, с ортопедических товаров. Что такое ортопедия вообще? Это раздел клинической медицины, который изучает профилактику, диагностику, лечение, деформации и нарушение функций костно-мышечной системы. И, соответственно, ортопедические товары, они нам помогают сохранить здоровье спины, здоровье суставов, поддерживают нас во время лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, они еще нормализуют наш сон и восстанавливают функции организма после различных травм или после серьезной физической нагрузки. Вот. И первое, про что мы сегодня будем говорить, это наше ортопедическое сиденье. Сейчас я вам его покажу. Вот такое вот. Да, я надеюсь, что вы все видели его в наших каталогах. И слайд, пожалуйста. Ага. Если вы проводите в сидячем положении хотя бы 3-4 часа в день и больше, то вот это сиденье из гречневой лузги вам просто необходимо. Водители, офисные работники, вот это сиденье — это просто ваше спасение. Давайте я расскажу, в чем именно. Вообще, вы обращали внимание, на чем мы обычно сидим? То есть, если это кожа, обычно все-таки это кожзам, да, а в 90% это синтетика, плюс наполнители идут, конечно же, тоже синтетические, это либо синтепон, либо поролон. И в результате получается, что наше тело не дышит. Кроме этого, и не дышит, и не проветривается, и получается, что у нас еще идет перепад температуры, то есть мы сели на синтетику, перегрелись, встали, переохладились, и вот такие вот перепады, вообще перегревы, они не сильно хороши для наших мужчин, да, потому что идут нарушения в половой сфере, но точно так же вот эти перепады температуры, перегрев, переохлаждение, они точно так же не сильно хороши и нашим женщинам, то есть это все влияет на нашу мочеполовую систему. В чем же хорошо именно сидение из гречневой лузги? Благодаря своей сыпучей вот такой структуре, да, гречневая лузга, она не нагревается. Она не нагревается, она позволяет поддерживать нам комфортную для нашего тела температуру. Кроме этого, вот эта вот пружинищая такая вот поверхность, да, это гречневой лузги. Что такое вообще гречневая лузга? Это вот шелуха от гречки. Гречку мы съели, шелуха осталась, вот ее в наши подушки и отправили. И благодаря вот этой структуре у нас снижается нагрузка на позвоночник, у нас снимается напряжение с поясницы. И самое главное, вот на этом сиденье, на нем гораздо удобнее, можно сидеть достаточно долгое время, не уставая. Кроме этого, вот эти вот гречишные пирамидочки, они нам еще массируют кожу и воздействуют на рефлекторные точки, усиливая кровообращение. Благодаря этому у нас мышцы находятся постоянно в тонусе. Кроме этого, сама лузга гречихи, она очень, несмотря на то, что кажется, что она такая тоненькая, хрупкая, на самом деле она очень прочная. И, конечно, вот такие вот тысячи пирамидочек в сиденье компенсируют нагрузку, они пружинят и пересыпаются. Кроме этого, вот на нашей подушке, да, мы вот здесь вот увидим, у нас есть специальное полимерное покрытие, благодаря которому усиливается эффект микромассажа, и мы не скользим на этой подушке. Вот, поэтому, если у вас сидячий образ жизни, прям запасайтесь, то есть у меня вот такое сиденье обязательно лежит в моем офисном кресле и дома за компьютерным столом, конечно же, тоже, то есть это реальная палочка-выручалочка. Кстати, особенно вот ощущается летом в жару, да, вот кто, если нет кондиционера в офисе, если жарко, и мы когда сидим на обычном сиденье, вот этот перегрев, он очень чувствуется. Когда пересаживаетесь на сиденье из гречневой лузги,
То есть на самом деле вот нет этого перегрева, вы чувствуете просто состояние комфортно, комфорта, и вот оно вентилируется там внутри, то есть вот нету застоя такого. Следующий продукт, про который мы с вами будем говорить, и это наша подушка. Вот она. И это самый любимый мой продукт. Я на ней сплю, точно, абсолютно. И это шикарная вещь. В чем же, почему именно наполнитель из гречневой лузги настолько хорош, настолько полезен для нас? Во-первых, лузга принимает вот именно подушка из лузги. Вот смотрите, то есть она вот принимает прям вот очень удобно ее подкладывать. Она принимает ту форму, которую нам нужно. То есть она шикарно ложится под шею, либо вы ее когда на спине спите, да, вы прям вот ее укладываете под голову, либо на бок вы поворачиваете, и она застывает вот в том положении, в котором вы ее положили. Вот она такая пересыпчатая вся, она пересыпается, и очень комфортно на ней спать. То есть вот она принимает форму тела, и она ее сохраняет в течение всей ночи. Ну, естественно, что вы поворачиваетесь, да, и она как бы подкладываете ее опять так, как вам нужно. Благодаря этому не оказывается давление на мышцы и суставы, позвоночник у нас выпрямляется, мышцы расслаблены, дыхательные пути у нас свободны, и сосуды не пережимаются. И получается, что у нас тело отдыхает, а в мозг поступает больше кислорода и питательных веществ, и поэтому нам на отдых требуется гораздо меньше времени. Плюс, да, опять же, мы вспомним о том, что у нас каждая вот эта вот гречневая лузга, она как пирамидочка, она отдельная сама по себе, и она за счет того, что они неплотно прилегают друг к другу, пересыпаются, пружинят, в подушке постоянно циркулирует воздух. То есть вот нету вот этого опять эффекта парникового, да, когда вы ложитесь на подушку, да, и вам жарко на ней. На этой подушке всегда вам будет прохладно. Какой еще есть огромнейший плюс, ну, по крайней мере, я для себя его увидела, в гречневой лузге не заводится пылевой клещ. То есть он, пыль на гречиху, она не оседает. И получается, что вот этим всем бактериям и пылевым клещам, им там просто нечем питаться, они там не размножаются. И нет условий для размножения бактерий на самой гречихе. И поэтому она всегда у нас остается сухой, чистой и прохладной. Ну и еще один, конечно же, очень важный плюс – это 100% натуральность. Лузга – это растительный наполнитель, и для ее очистки используется только воздух и горячий пар. Все, то есть никакой химии. Плюс наволочка – это 100% натуральный хлопок, достаточно плотный. И еще один тоже огромнейший плюс, мы все прекрасно знаем, что гречка, гречиха, она сама по себе гипоаллергенная. И, соответственно, вот наполнительность гречневой лузги, он является гипоаллергенным. То есть совершенно спокойно его можно использовать и для маленьких детишек. Главное ее преимущество в том, что у нас на подушке, кстати, что на сиденье из гречневой лузги, да, что на самой подушке, у нас вот здесь вот сбоку есть молния, и, соответственно, можно уменьшить размер, например, подушки, то есть можно часть отсыпать, если вы хотите, например, ее использовать для маленького ребенка, то есть вы совершенно спокойно можете просто часть гречихи отсыпать и все. Точно так же вот благодаря этой молнии очень легко ухаживать за подушкой. То есть вы, например, можете ее раскрыть, высыпать из нее всю гречиху, да, куда-то в пакет, и вот сам чехол постирать. Ну, естественно, что его нужно обязательно хорошо высушить, потому что, ну, вот, чтобы гречиха уже вернулась обратно в полностью сухой чехол. Лучше всего это делать летом, потому что летом вы можете еще и гречиху рассыпать на солнышке, да, и как следует ее там поворошить, чтобы она тоже просохла и напиталась вот солнечной энергией. Стирать вот этот наперник, да, на гречишник его не назовешь, вот этот вот чехол, стирать достаточно 2 раза в год, ну, в любом случае вы все равно сверху одеваете наволочку. Вот, да, конечно же, летом лучше стирать.
Вот, что еще, какой еще есть плюс, это, конечно же, эффект микромассажа. То есть, опять же, да, за счет того, что вот эта вот гречневая лузга, она идет внутри, вот эти чешуйки, они там по отдельности, и вы, когда ложитесь на подушку, вот эффект микромассажа у нас все равно есть и на кожу головы, и на кожу лица, и воздействует на всякие рефлекторные точки, и усиливает за счет этого приток крови, кожи лица, головы к волосам. Вот. И в результате, конечно же, когда мы начинаем использовать наши подушки, что сиденье, что саму подушку из гречневой лузги, вы кроме вот этих вот положительных эффектов на позвоночник, кроме того, что вы будете и получать больше отдыха и больше комфорта, вы ощутите еще благотворное энергетическое влияние на свой организм, активность мышц, стабилизацию работы нервной и опорно-двигательной системы. Про себя могу сказать, то есть на самом деле это очень комфортно. Да, я прекрасно понимаю, что те, кто привыкли спать на мягких там перьевых подушках там, или с наполнителем из синтепона или еще каким-то, первое время может быть на ней не так комфортно, но на самом деле организм очень быстро к ней привыкает, очень быстро пристраивается, и поверьте, что если вы поспите на ней хотя бы недельку, вы уже больше не согласитесь ни на какую другую подушку. За счет вот этого еще своего воздействия, то есть у меня на самом деле реально уменьшились головные боли, их стало гораздо меньше, гораздо реже, и они намного слабее, чем вот были. Вот, это то, что я вам рассказала про наши подушки из наполнителя из гречневой лузги. И мы с вами поехали дальше. И следующее, про что я вам расскажу, это вот такой вот шикарный набор массажеров Суджок. Покажите, пожалуйста, нам слайд. Вообще терапия Суджок – это целостная терапия, которая может избавить от хронических проблем со здоровьем путем стимулирования определенных точек на руках и ногах. В переводе с корейского «су» – это означает «рука», а «джок» – это «нога». И этот вид альтернативной медицины уже очень давно практикуется наряду с традиционной. Вообще родоначальником направления этой терапии в Суджок был корейский ученый профессор Дже Ву, который начал практиковать эту технику в начале 80-х годов. И после нескольких лет клинических исследований и опытов он обнаружил, что определенные зоны вот на руках, да, и на подошвах ног, они соответствуют определенным нашим участкам и органам нашего тела. И лечение вот именно этой суджок-терапии, она направлена на восстановление всего тела, всего нашего организма. И непосредственное воздействие на определенные точки, то есть оно идет благотворное влияние на весь организм в целом и на конкретные участки нашего тела, в которых есть у нас какие-то проблемы. Вообще широта показаний к проведению массажа суджок удивляет. Его назначают как при легких недомоганиях и простуде, так и при таких серьезных заболеваниях, как стенокардия, сахарный диабет, остеохондроз, гипертония, спазмы сосудов, артроз, бронхиальная астма, воспаление легких, невралгия, инсульты, инфаркты, параличи, нарушение зрения, отклонение в работе мочеполовых органов, при заикании, то есть на самом деле просто вот спектр заболеваний вообще не ограниченный. И, кстати, эта методика вот суджок-терапия, она еще очень хорошо развивает умственные способности, развивает мелкую моторику и речи дошкольников. То есть если у ваших детишек вот перед школой или в начальной школе есть какие-то проблемы, да, с речью, с успеваемостью, то вот это вот этот набор массажеров в игровой форме очень хорошо все это налаживает. Итак, каким же образом мы используем наши массажеры? Вы видите, у нас их здесь три. Вот большой шарик – это у нас для ног, маленький шарик – это для рук, и вот такое вот колечко, оно идет для пальчиков. И мы катаем, то есть берем большое колечко, большой шарик, мы его катаем подошвой ноги одной, другой,
маленький вот этот вот шарик, мы его вот так вот катаем между рук, да, либо можем сжимать в кулаки, вот в руках его, и колечко мы вот так вот одеваем на каждый пальчик, по ходу лимфотока посильнее нажим, поднимая вверх поменьше нажим. Единственное, что я не рекомендую оставлять колечко на пальцах, то есть вы поработали наши ручки, да, и сняли его. То есть вот смотрите, такие вот, как я уже сказала, да, в игровой форме вы можете своему ребенку дать. Очень хорошо начинается восстановление для наших взрослых родственников, да, после таких заболеваний, как инфаркты, инсульты. Точно так же, вот, когда надо восстанавливать, особенно после инсультов, когда надо восстановить мелкую моторику, да, если были какие-то вот, такие вот ишемические процессы, когда идет параличи там половины тела, да, то есть мелкая моторика рук, она восстанавливается, вот эти вот иголочки по всем точечкам проходят. И особенно обратите внимание, когда вы будете работать с этим массажером, особенно обратите внимание на те участки, где у вас появляются болевые ощущения. То есть это идет проекция тех органов, на которых у вас есть какие-то проблемы. Вот эти места прям особенно тщательно, почаще прорабатывайте, точно так же вот на пальчиках, да. Конечно, я не буду сегодня рассказывать о том, где какие точки находятся, слава богу, сейчас век интернета, вы легко и просто найдете эту информацию, как это, спросите у Гугла, да, и он покажет вам картинки с проекцией внутренних органов и на ладошках, и на подошвах ног. И обратите на это внимание, потому что это на самом деле та техника, которая работает шикарнейше. Следующее, про что я сегодня буду рассказывать. Ох, сейчас я его достану. Вот наш массажный акупунктурный коврик. Совершенно потрясающая вещь. Да. Это наше оборудование для точечного массажа. Оно избавляет от недугов опорно-двигательного аппарата, от нарушений работы внутренних органов и многих-многих других болезней. Что происходит? Они восстанавливают кровоток за счет близкого расположения шипов, улучшают работу мозга, исправляют плоскостопие, устраняют проблемы с осанкой, избавляют от искривления позвоночника, дают нам энергетический всплеск, очищают организм, тонизируют сосудистую систему, нормализуя ее работу, положительно влияют и на наше настроение, и на наш сон, и на общее самочувствие, освобождают от мигреней. Каким образом можно использовать наш коврик? Вариантов использования его несколько. Первый вариант, мы можем взять коврик, да, и, например, вот положить его сзади себя на кресло и вот так вот на него облокотиться, и у вас идет вот при таком закреплении этого коврика массируется спина, поясничный отдел, снимается тяжесть со спины, мышечное напряжение спадает, у нас ягодицы, копчик расслабляются, и уходит болезненный синдром, когда вот мы долго на самом деле находимся в сидячем положении. Второй вариант, мы можем коврик подложить под лицо, да, мы можем лечь на живот, и у нас будет массироваться, то есть вот таким образом мы на него ложимся, да, и лицо у нас идет, и внутренние органы наши в области живота массируются таким образом. Если вам лицом жестко ложиться на коврик, да, вы можете положить какое-нибудь либо тоненькое полотенце, либо платочек, чтобы вот получить такой немножко послабее массаж. Буквально 3-5 минут в таком положении вы полежите, и снимается напряжение с области лица, и снимается напряжение в области брюшной полости. То есть если мы передвигаем коврик дальше, да, ниже мы уже лицо оставляем за ковриком, и мы полностью ложимся животом на коврик, то здесь вот уже идет воздействие у нас на внутренние органы малого таза, внутренние органы в брюшной полости. Следующий вариант, который мы можем использовать, то есть мы ложимся на спину, и мы
под шею, да, вот под верхнюю часть коврика мы можем подложить какую-то подушечку или валик, таким образом, чтобы у нас вот, ну, под шею, да, легли вот эти вот иголочки. И мы ложимся на коврик спиной, и эта позиция у нас уменьшает боль и массирует область вдоль всего позвоночника. Во время процедуры, конечно же, следите за своими ощущениями. Если вы почувствуете дискомфорт, если чувствуете боль, тошноту, то, конечно, сеанс нужно остановить. Но, тем не менее, вы каждый раз все равно продолжаете, просто каждый раз немножечко увеличиваете время. Когда вы используете коврик акупунктурный, конечно, выделяете себе на это время, дайте себе там, ну, на каждое положение хотя бы по 3-5 минут, желательно, конечно, больше, особенно если есть какие-то проблемы. И попросите своих близких вас не беспокоить, чтобы вы могли расслабиться в этом положении и получить полный лечебный сеанс. Вот. И вот я рассказала вам про все наши продукты из ортопедической линейки. И у нас пришло время рассказать вам про новинки продуктов для здоровья. И первое, про что я вам буду сегодня рассказывать, это наш любимый Фитокс. Он у нас вышел в новой упаковочке. Состав не изменился, изменилась упаковка. И Фитокс у нас пришел в линеечку Slim, Slim очищение. Что же у нас в составе? В составе у нас конжак, пищевые яблочные волокна и янтарная кислота. Ну и традиционно, да, продукты для здоровья я вам всегда разбираю на составляющие. И начинаем разбираться, что же там полезного у нас в составе и как это будет на нас воздействовать. Что такое конжак? Это растение, известное как язык дьявола из-за своего необычного внешнего вида. Конжак является низкокалорийным растением, которое вырастает до 25 сантиметров в диаметре и с древних времен является основой диетического питания во многих-многих азиатских странах. Он очень часто используется в качестве пищевой добавки при различных диетах, в программах снижения веса, именно благодаря тому, что данное растение практически не содержит углеводов и одновременно позволяет людям оставаться сытыми очень долгое время. Исследования также показывают, что растворимые волокна, такие как глюкоманан, содержащийся в корне конжака, помогают снизить кровяное давление, снижают уровень холестерина и осуществляют очень медленное поглощение глюкозы и нормализуют работу кишечника. Как известно, растворимые волокна содержатся во многих растительных, да, в растениях, в овощах, фруктах, но только вот больше всего их все равно находится в конжаке. И кроме этого, конжак имеет невероятную способность именно удерживать воду внутри себя. Что же делает конжак особенным, почему он попал в наш Фитокс? Создавая густой такой гель, глюкоманан наполняет желудок и надолго откладывает наступление голода. И плюс к этому замедляет процесс всасывания сахара, помогает снизить уровень инсулина и глюкозы в крови. И в свою очередь получается, что вы чувствуете себя сытыми достаточно долгое время, и таким образом происходит еще и подавление аппетита. Что еще у нас входит в состав? Это пищевые яблочные волокна или клетчатка. А клетчатка, как вы все знаете, разбухая в желудке, способствует быстрому утолению голода и препятствует перееданию. То есть грубые волокна, они замедляют процесс всасывания сахара после еды, и таким образом у нас обеспечивается достаточно долгое чувство насыщения. Кроме этого, пищевые волокна у нас еще действуют как адсорбент. Они захватывают в организме наши токсины и очищают еще от лишних жиров. Вот. Таким образом, пища, богатая пищевыми волокнами, и выводит вредные вещества, и плюс за счет того, что она впитывает в себя воду, еще излишки жидкости выводит у нас из организма. Что такое янтарная кислота?
Вообще это природное вещество открыли не так давно. Оно вырабатывается у нас в организме, но с возрастом, как всегда, все в меньших и меньших количествах. Но также его получают в процессе переработки янтаря. Это такое вещество, как белый порошок, который растворяется в воде и обладает кисловатым вкусом. И ученые в процессе исследований выяснили, для чего же нашему организму нужна янтарная кислота. Оказывается, что она является очень важным звеном в процессе окисления в клетках. И чем больше янтарной кислоты, тем быстрее и лучше окисляются процессы обмена. А в процессе окисления у нас вырабатывается энергия. Таким образом, кстати, янтарная кислота еще обладает уникальным свойством, она накапливается именно в тех органах и системах и в тканях, которые испытывают ее недостаток. Поэтому не бойтесь там, как сказать, перебора, да, янтарной кислоты, то есть она придет именно в те органы, в те ткани, где она на самом деле необходима. Ну а мы все прекрасно понимаем, что для нормальной жизнедеятельности нашего организма нам необходима энергия. И за счет того, что она образуется у нас в организме за счет окисления, то вот как раз янтарная кислота, она является вот таким вот помощником в образовании энергии. Итак, давайте посмотрим, чем же хороша для нас янтарная кислота. Она снижает нам уровень холестерина, участвует в клеточном метаболизме и улучшает клеточное дыхание. Она у нас обезвреживает свободные радикалы и замедляет процессы старения. Кстати, еще один ее плюс, да, как всегда, когда готовишься к эфиру, узнаешь много нового интересного. Так вот, янтарная кислота уменьшает отрицательное влияние лекарств и ускоряет их действие. Плюс к этому она еще помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, помогает справиться с последствиями всевозможных диет и недостаточного питания, обезвреживает токсины и алкоголь, борется с интоксикацией и похмельем, восстанавливает подвижность суставов и, кроме этого, обладает еще мочегонным эффектом. Повышает нашу работоспособность, повышает внимание и память. Кстати, помогает еще бороться с раздражительностью и стрессом, повышает иммунитет, ну и, как я уже говорила, очищает организм от токсинов и нормализует кишечную микрофлору. Что еще входит у нас в состав Витекса? Это мелисса или лимонная мята и мята перечная. Ну, коротенько про них, я, конечно, про них рассказывала на предыдущих эфирах, но тем не менее повторюсь. Мелисса или лимонная мята, она у нас использовалась в лечебных целях очень давно. И это и растения применяли и для улучшения зрения, и для лечения органов желудочно-кишечного тракта, и в качестве успокоительного средства. И действительно, мелисса обладает многими лечебными, целебными свойствами, и, конечно же, она очень полезна нам для укрепления здоровья. Она ускоряет еще обменные процессы, и одно из ее действий, да, успокаивающее, конечно же, нам необходимо, особенно во время программы снижения веса, когда мы переходим на, меняем как бы режим питания, да, и очень часто происходят нервные срывы, так вот, за счет успокоительного эффекта мелиссы она нам помогает избежать всевозможных нервных срывов, да, которые приводят к перееданию. Перечная мята, она достаточно активно используется в диетическом питании, так как обладает рядом полезных свойств именно для снижения веса. Она нас активирует метаболизм, усиливает перистальтику кишечника, подавляет процессы брожения и гниения в кишечнике и действует как спазмолитик на гладкую мускулатуру кишечника. Кроме этого, она способствует оттоку желчи, который как раз у нас участвует в липолизе, и обладает легким слабительным эффектом. Ну и кроме этого еще и успокаивает. Что же мы получаем в результате использования Витекса? У нас снижается отечность, эффективно выводятся из организма шлаки и токсины,
У нас улучшается сжигание углеводов и идет противодействие застою желчи в желчном пузыре. У нас подавляется рост патогенных бактерий. Нормализуется микрофлора кишечника, повышается иммунитет. Как мы применяем Фитекс? Один раз в день, лучше вечером, мы разводим в стакане воды комнатной температуры. Кроме этого, то есть это у нас просто для процесса очищения организма, да, но у нас бывают еще всевозможные праздники, у нас бывают какие-то непредвиденные ситуации в виде отравлений или дискомфорта в кишечнике. Конечно же, в такой ситуации обязательно выпейте Фитекс. Он поможет, во-первых, он облегчит состояние вашего организма, да, в случае переедания. В случае же всевозможных отравлений он гораздо быстрее будет выводить из вашего организма вот эти вот все подавляющие болезнетворную микрофлору. Следующий продукт, который у нас тоже обновился, это у нас Итлас. И это у нас новиночка в серии Slim, попала у нас в серию Slim Control. Да? И чем же нам помогает Итлас? У нас в составе конжак и экстракт зеленого чая. Кстати, вот не показала, да, у нас в коробочках вот таких вот 7 пакетиков, то есть фактически вот эта коробочка вам на неделю. И точно так же мы разводим Итлас на стаканчик воды комнатной температуры, и Итлас лучше мы пьем утром натощак. Что будет делать? Ну, про конжак мы с вами уже говорили, он у нас также идет в составе Фитекса. Проговорю про экстракт зеленого чая. Вообще зеленый чай давным-давно известен своими лечебными, тонизирующими, омолаживающими и стройнящими характеристиками. Чем же полезен зеленый чай именно для, вот, для снижения веса? Конечно же, он у нас ускоряет метаболизм. Он оказывает мочегонный эффект, выводя из организма лишнюю жидкость. У нас усиливается теплообмен в организме, перерабатываются отложенные жиры, снижается в крови содержание сахара, подавляется чувство голода, улучшается самочувствие. Кстати, ну, мы все прекрасно знаем, да, когда у нас идут какие-то ограничения в пище, либо когда мы перестраиваем организм на новый режим питания, да, уменьшая количество порций, бывает такое, то есть состояние головокружения, тошноты. Так вот, экстракт зеленого чая поможет нам избежать вот этих не очень приятных ощущений, поэтому вот используйте Итлас. Кроме этого, улучшается настроение, и это позволяет нам перенести даже любую перестройку в режиме питания. Итак, чем же нам помогает Итлас в принципе и в программе снижения веса в частности? У нас снижается чувство голода, у нас ускоряются процессы насыщения, снижается уровень холестерина, у нас нормализуются обменные процессы, и при регулярном приеме на протяжении месяца хотя бы у нас, мы все прекрасно знаем, да, когда есть лишний вес, обычно у нас от переедания, от того, что мы едим больше, чем нам надо, наш желудок растягивается, и когда мы пытаемся уменьшить размер порции, конечно, это вызывает большой дискомфорт. Так вот, благодаря Итласу у нас наш желудок возвращается к своей физиологической норме, и уже как бы размер порции гораздо легче мы можем привести к нормальному, к естественному состоянию, да? А вы помните, да, я про это говорила, когда мы говорили про программу снижения веса, что наш размер порции, да, это вот сложенные ладошечки, вот это вот наш размер желудка, собственно. Так вот, с помощью Итласа мы возвращаем наш желудок в нормальный его размер. Следующая новинка, которая у нас появляется в нашей серии Slim, ох, долгожданная для меня, не знаю, как для вас, это наши протеиновые коктейли. Для меня прям, я вот очень-очень их ждала, еще с новыми вкусами. Это у нас вкус крем-брюле со вкусом банана и со вкусом капучино. Но вот
со вкусом банана и крем-брюле я уже попробовала. Мне понравилось, мне вкусно. Я пробовала их разводить и просто в стакане воды, да, и пробовала их взбивать в шейкере. Сразу скажу, что в шейкере, конечно же, вкуснее. Но, тем не менее, если шейкера нет, то просто размешать его в стакане воды тоже вполне допустимо. Это все достаточно вкусно. Он не такой сладкий, но при этом вот хорошо вот сбивает чувство голода. Но давайте разбираться, да, что такое протеиновый коктейль, зачем он нам в принципе нужен и для чего мы будем его с вами использовать. Вообще протеиновые коктейли — это такой тщательно отобранный набор полезных компонентов, среди которых главную роль играет вытяжка из натуральных водорастворимых белков. Такой продукт обычно имеет низкую калорийность, и, попадая в организм, протеины очень быстро усваиваются, при этом не увеличивая жировую прослойку. Кстати, клинически доказано, что протеиновые коктейли ускоряют метаболизм, а значит, помогают быстрее избавиться от нежелательных отложений. В чем же польза протеиновых коктейлей, в принципе? Мы разберем сейчас с вами две основные функции. Это набор мышечной массы и снижение веса. Если у нас есть такая необходимость, как набор мышечной массы, то принимаем мы протеиновые коктейли до физической нагрузки и после нее. Стакан протеинового коктейля, выпитый перед тренировкой, поможет нашему организму запастись полноценным количеством белка, а выпивая напиток после, мы восстанавливаем силы и получаем достаточное количество питательных веществ и заряд энергии на целый день. При снижении же веса мы можем заменить протеиновым коктейлем прием пищи. Кстати, вот это на самом деле шикарная замена высококалорийным, богатыми жирами продуктами. То есть чувство насыщения от этого напитка будет сохраняться очень-очень долго, как полноценного приема пищи. Какие же есть преимущества от приема протеиновых коктейлей? Когда у нас высокая загруженность на работе, когда у нас реально нет возможности там куда-то отойти, перекусить, вот протеиновый коктейль – это наше спасение, потому что, в принципе, его можно употребить, не отходя от рабочего места. То есть вы просто развели его в стакане воды и выпили. То есть у вас восстанавливаются ваши жизненные силы, и плюс ваш организм получает все необходимые микроэлементы. Что касается именно нашего протеинового коктейля, он создан на основе соевого, рисового, овсяного, горохового и сывороточного белка. Вот эта комбинация, она очень хорошо усваивается и при этом содержит в себе минимум жиров. Кроме этого, наш питательный коктейль богат витаминами и растительными ферментами. У нас в состав входит бромелайн и папаин. Давайте же разберемся, что это такое, зачем оно нам надо в наших коктейлях. Бромелайн, кстати, есть такая вот информация, да, она достаточно долго ходила, что бромелайн там каким-то образом сказочно расщепляет жиры и не дает нам толстеть, да, так скажем. На самом деле эта информация не совсем верна, и в результате исследований было выяснилось, что на самом деле бромелайн помогает расщеплять и усваивать белки, таким образом улучшая и облегчая процесс пищеварения. Кроме этого, он еще выводит из организма шлаки и токсины. Из эффектов, которые косвенно приводят к снижению массы тела, можно отметить только то, что бромелайн снижает чувство голода и выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает работу кишечника. Папаин, который входит в состав точно так же нашего коктейля, улучшает процесс пищеварения и помогает нашему организму синтезировать аргинин, который является аминокислотой, которая очень важна для регенерации клеток печени. Кроме этого, папаин улучшает у нас пищеварение, и вот он как раз обеспечивает расщепление жиров, белков и углеводов и насыщает организм энергией. Кроме этого, у нас в состав наших коктейлей входит еще L-карнитин, который ускоряет распад жировых соединений, способствует ускорению
снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови. Он активирует обменные процессы, повышает иммунитет, улучшает обеспечение тканей энергии. Ну и также у нас в состав наших коктейлей входит экстракт зеленого чая. Ну, про него мы сегодня с вами уже говорили. Итак, как же его приготовить и как лучше применять? Содержимое пакетика мы с вами разводим в стакане воды либо молока комнатной температуры. Будем помнить о том, что если у нас вопрос стоит о увеличении мышечной массы, то, возможно, лучше будет его использовать в сочетании с молоком. Если мы используем эти коктейли в программе снижения веса, помним о том, что, конечно, использование молока добавляет калорийность нашего напитка. Итак, мы разводим в стакане жидкости либо молока, либо воды, и дальше уже, если есть возможность, то взбить в шейкере, если нет возможности, просто развести в стакане воды. Каким образом мы используем наш коктейль? Мы можем использовать его просто как вкусный перекус, да, если мы, как я уже говорила, мы находимся на работе, у нас нет возможности где-то полноценно покушать, вот белковый коктейль очень-очень хорошо нас в этой ситуации выручит. Мы можем использовать эти коктейли в программе снижения веса либо как перекус, либо как разгрузочный день, да, то есть заменив таким коктейлем завтрак, обед, ужин. Да, у нас три вкуса, поэтому, соответственно, мы можем позавтракать одним коктейлем, в обед выпить другой, на ужин третий. Ну и точно так же наш коктейль поможет тем, кто хочет набрать мышечную массу, да, я про это уже говорила, то есть тогда мы коктейль применяем до физической нагрузки и после физической нагрузки. Следующий наш помощник, следующий наш продукт, который у нас появился в линейке продукции для здоровья, это у нас заряд энергии. Кстати, очень-очень интересный продукт, обратите на него внимание, сейчас у нас начинается период учебы у наших школьников, у наших подростков, у тех, кто пошел в институт, и, конечно же, заряд энергии совершенно нам не помешает. Основные компоненты этого концентрата пищевого – это кофеин и экстракт плодов гуараны. И именно благодаря им мы получаем и стимулирование нервной системы, и улучшение концентрации, и памяти, и снижение утомляемости, и повышение работоспособности. И кроме этого, у нас идет еще снижение аппетита и улучшаются обменные процессы. Вообще, конечно, мы все знаем, что кофеин является одним из самых сильных энергетиков и стимуляторов во всем мире. И он содержится у нас и в чае, и в кофейном дереве, и в плодах гуараны, и в орехах коли, и в какао, и в чае мате. И поскольку кофеин является очень действенным стимулятором, он используется в медицине как стимулятор сердечной деятельности, и у него как бы есть такой небольшой побочный эффект, да, это легкое мочегонное действие. Но, тем не менее, основная его функция, да, это ободряющее средство, которое еще улучшает концентрацию внимания. Гуарана же один из самых-самых мощных природных энергетиков. Он родом из Бразилии и Венесуэлы. И основным действующим элементом гуараны является как раз кофеин. Причем кофеин, который входит в состав гуараны, он более эффективный, чем из кофе. И при этом, в отличие от кофейного, да, вот кофеина, он не вызывает чувство возбуждения и не учащает пульс. То есть он более мягко действует на организм. Гуарана повышает мозговую активность, снижает усталость, снижает аппетит, улучшает и поднимает настроение человека, помогает при головных болях, при утомляемости, кстати, при похмелье, при всяких всевозможных невралгиях. Нашу пищевую добавку, вот этот пищевой концентрат, можно употреблять до 3 порций в день, но обратите внимание, все-таки в вечернее время ее не рекомендуется использовать. И последний продукт, про который я сегодня буду вам говорить, это обновленная наша черника. Да, про чернику я рассказывала не так давно.
Ну вот у нас появилась теперь черника плюс, и она у нас теперь в виде таблеток, что, конечно же, облегчает ее прием, гораздо проще вычислить свою порцию. И мы все, конечно же, знаем о пользе черники, и я достаточно подробно рассказывала про нее в предыдущих эфирах. Но, тем не менее, я, конечно же, повторюсь и проговорю про дополнительные компоненты, которые у нас теперь появились в нашем пищевом концентрате. Ягоды черники – всем известное средство для, как помощник для зрения, да, вот так бы я сказала. Ягоды черники снимают усталость глаз, уменьшают отечность, стимулируют питание глазных тканей, улучшают сумеречное зрение. Особенно ценным свойством черники является то, что она хорошо влияет на органы зрения у диабетиков. Применяя чернику для снижения сахара в крови на начальных стадиях диабета, пациенты одновременно выполняют профилактику развития катаракты и других патологий глазных заболеваний. Что же еще у нас входит в состав черники плюс? Туда входит таурин. И таурин с самого рождения у нас содержится в наших глазах и способствует созданию глазных тканей. И благодаря своему регенерирующему действию таурин используется при лечении различных глазных заболеваний и при травмах глаз. Лютеин, который точно также входит у нас в состав черники плюс, очень необходим для человека, особенно для людей старше 40 лет. И, кстати, особенно для тех, у кого светлые глаза. Угу. С целью предупреждения ухудшения зрения. С возрастом у нас, конечно же, уменьшается количество лютеина в организме человека, и по статистике после 75 лет у 30% людей возникает риск заболеть муколистрофией. Кроме этого, способствуется ускорению реабилитации при заболевании глаз, при операциях на глаза, защищает ткани глаз от влияния свободных радикалов, является хорошей профилактикой и лечением дистрофии сетчатки глаза и особенно помогает при длительной работе за компьютером или когда мы, ну, вот работа связана с напряжением зрения, да, это также относится и к водителям, да, когда надо концентрировать свое внимание на дороге. Кстати, и для здоровых людей, которые занимаются видами спорта, связанные либо с водой, либо со снегом, так как через них очень сильно отражается ультрафиолет. Еще один ингредиент, который входит в состав черники плюс, это зеаксантин. Он является родственником лютеина и обладает аналогичными свойствами. Да, это антиоксидантное, он защищает сетчатку глаза от воздействия свободных радикалов. Защитное у него действие, защищает от вредного ультрафиолетового излучения, укрепляет стенки сосудов, капилляров, органов зрения и улучшает остроту зрения, особенно в темноте. Принимаем мы чернику плюс по 2 порции в день. Вот, ну что, на сегодня я вам рассказала про все новинки, про все продукты из линейки здоровья. И я сейчас вот хочу поделиться небольшой своей информацией. Да, у нас прошло 6 эфиров по продукции для здоровья, и та информация, которую я вам давала в течение этого марафона, сейчас я ее дозированно каждый день выдаю во всех соцсетях, вы сможете найти ее по хэштегу «Марафон здоровья с Faberlic». По каждому продукту для здоровья я пишу пост для того, чтобы у вас эта информация сохранилась максимально и была вам полезна не только в прямом эфире, чтобы вы могли использовать ее еще и в своей работе или просто знали, как пользоваться этими продуктами. Ну, а я с вами прощаюсь и передаю слово Ирине Лукояновой. Встречайте! Успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. К победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, ведь ты для всех ориентир.
Друзья, добрый день! Вот так и незаметно мы вместе с вами провели целых 3 месяца, и у нас даже успело закончиться лето. И не знаю, с чем вас поздравлять, с первым днем сентября или с завершением наших летних продуктовых марафонов. Наверное, с тем и с другим. Но тем не менее, все-таки хочется подвести какие-то итоги. Я уверена, что мы были в эти 3 месяца, которые были вместе с вами, вам полезны. И также по большим просьбам, по многочисленным просьбам, мы, конечно же, продолжим наш продуктовый марафон, но возьмем небольшой тайм-аут. Отпустите, пожалуйста, нас на каникулы. И вот уже 5 октября вы услышите новая наша встреча состоится, и мы вам расскажем о белье «Флоранж». А потом 12-го вы уже услышите встречу с руководителем департамента косметика для дома, и мы с вами пойдем дальше, войдем с нашими марафонами в осень. Но, тем не менее, все-таки у нас прошло, если подвести итоги, у нас с вами прошли 15 марафонов, 15 пятниц, мы с вами были вместе, и, конечно же, нам очень важно, что их прослушали вместе с нами, более 6,5, в среднем каждый марафон прослушало более 6,5 тысяч наших слушателей, участников, консультантов и, наверное, наших клиентов, которые в данный момент даже уверены, уже кто-то, возможно, стал и консультантом компании. Конечно, рекорд бьет у нас марафон, который первый провела Рима Корнеева, и он бьет с результатом более 16 тысяч просмотров, представляете? Но хочу сказать, что каждый день мы практически снимаем результаты, и количество просмотров на все наши марафоны растет. Это говорит о том, что наша информация важна для нас всех, и вы все время к ней возвращаетесь. И спасибо большое, что именно ваше отношение дало такой толчок нам продолжить эту серию. И, как уже сказала, что начиная с 5 октября марафон продуктовый будет продолжен, и начнем мы его с белья бренда «Флоранж». Также отдельно хочу поблагодарить наших спикеров. Это, конечно же, понятно, это Рима Валерьевна, это наш уважаемый и самый надежный сотрудник компании, но огромное спасибо нашим лидерам, которые приняли в этом участие. И вот Леночке спасибо огромное, она стоит, улыбается, еще не ушла у нас из студии Красновой за это. Это, конечно, спасибо большое Светлане Устратовой, Ине Кронвальд. И уверена, что в будущем вы увидите и их еще не один раз, и новых наших лидеров, которые вам расскажут и про новые продукты, и как они используют продукты, которые давно мы с вами любим. Наверное, то, что у нас с вами, вы помните, что мы с вами, так скажем, объявили акцию, и то, что было постов, которые разместили мы под хэштегом «Продуктовый марафон Faberlic», более 1000, говорит о том, об интересе к этому продукту, продукту компании и, конечно же, к самому мероприятию «Продуктовый марафон». И сегодня мы уже определили 27 лучших фотографии, 27 лучших поста, которые были размещены. Почему 27? Потому что у нас повторялись, мы помните, мы заявляли, что это будет 30, но вот мы определили именно 27 участников, которые размещали порой порой размещали свой пост по несколько раз, даже до 7 раз некоторые размещали свои фотографии, которые нам очень понравились. И мы обязательно найдем этих людей, потому что только для них, только для нашего марафона продуктового наша лаборатория приготовила вот такое. Я сегодня покажу, может, как-то меня направит, ближе нельзя показать никак, да, что вот только для вот для продуктового марафона будет у нас вот такой красивый эксклюзивный крем, который получит у нас победители, ну и, конечно же, спикеры, которые проводили эти марафоны для нас с вами. Сразу хочу сказать, что этот крем в продаже не будет, он только для участников. Смотрите, какая красивая упаковка, там все золотое у нас, все красиво, и только для победителей марафонов. Поэтому уже сейчас могу заявить, что
в октябре, когда мы начнем, у нас тоже для вас приготовлены такие подарки. И это эксклюзивный подарок от нашей лаборатории, которая специально приготовила для нас, для наших участников, вот такой прекрасный, замечательный крем. Ну и теперь, наверное, уже давайте завершим это мероприятие. Мы вас поздравляем с тем, что вы были с нами. Мы поздравляем себя с таким успехом, который мы действительно даже и не ожидали, что настолько будем востребованы. И уверена, что новые встречи, которые дадут нам взаимный заряд того, что будет происходить у нас уже после ассамблеи, и мы увидим с вами новый продукт, новые лица, новых людей и, конечно же, новые результаты в наших структурах. Спасибо вам всем огромное за участие, спасибо всем огромное за ваши отзывы и до новой встречи 5 октября 2018 года. До свидания.